Привет, друзья! Сегодня мы опять на выходной день пошли по селу. И вот другая улица, более такая старая, более красивая, полностью заасфальтированная. И мы идем в больницу проходить флюорографию. По дороге вон идет Слава с мышкой. Хочу немножко вам показать, что здесь есть. А здесь есть красивые вот цыплята. Они кушают. Цыплята до месяца сидят в такой коробочке, клетке. Там они живут постоянно. Это те, которые берутся с инкубатора. Но если есть кувочка, то тоже надо, чтобы цыплята сидели 2 месяца, пока они подрастут, в такой клеточке. Потому что может пробегать всякая коты, ласка, и они могут цыплят всех уничтожить. Видите, хорошо здесь есть водичка, поилочка, кормушечка. Ну так вот интересно.